просьба всем своим знакомым, отправьте ссылку, можете несколько раз в день там просто репосты делать, вот именно на это видео, свои комментарии можете написать, какие угодно. Пусть посмотрят и приходят завтра на обсуждение, могут задавать абсолютно любые вопросы, простые и сложные. С этого дня каждый человек, который посмотрел именно это видео, он выбирает, друг он народа или враг народа. Потому что, если вы для себя скажете, я этому не верю, вы враг народа. Вы продолжаете финансировать того, кто вас довел до состояния, когда вы никому не верите, хотя полная жопа. Ему от вас больше ничего не нужно. Чтобы вы ни во что не верили. Чтобы вы были на его стороне. Сейчас я, кстати, вам немножко картинок покажу. Так. Я думаю, не очень хорошо видно, но, увы. Значит, это будет каталог со своей внутренней валютой, через которую будет валюта-посредник, которая будет расти в курсе, и через нее будет обеспечиваться вот эта вот справедливость. Это все в фоновом режиме, вас это вообще никак не касается. Но я показываю, как она будет. Вот есть каталог. Он к вам доступен онлайн. Через него вы можете сделать оплату мобильной связи, ЖКХ, погасить кредиты банком, еда, одежда, топливные карты, бензинчик покупать и все товары повседневного спроса. Там, домоводство, ну что, вообще что угодно, там будет полный ассортимент. А вы оплачиваете все рублями. И получаете монету, подарочные монеты, которая является такой базовой расчетной единицей, да, на основе которой реализуется. Это невидимо для вас, вы ее касаться вообще никак не будете. Вы платите рублями, получаете обратно рубли. Вы платите гривнами, обратно получаете гривны. Платите тенге, обратно получаете тенге. Но, тем не менее, вы будете пользоваться в невидимом режиме этими монетами. А их ограниченное количество. Купили в каталоге товары на 150 рублей. Бесплатно получили подарочные монеты на свой баланс, невидимый. Эти монеты, благодаря тому, что люди покупают больше и больше, в невидимом режиме через эти монеты дорожают, потому что оборот растет, количество монет то же самое. Делим оборот на количество монет, курс. Увеличилось потребление, вырос курс. Вы обмениваете автоматически эти монеты на эти 150 рублей. Потом это будет строго 100 дней, сначала раньше. Вы получили потраченные деньги обратно. Вот так это будет работать в самом деле. Ни о чем не нужно заботиться. Подарочные монеты начисляются автоматически, обмениваются через 100 дней, возвращаются на указанный вам счет, выплачивают автоматически. Париться вообще ни о чем не надо. Так все ваши расходы к вам будут возвращаться. Всегда. Всю жизнь. Вам дополнительно делать ничего для этого не нужно. Давайте посмотрим пример. Как будет складываться ваша жизнь. Шаг 1. Вы на работе, вы заработали. Шаг 2. Через каталог купили все, что вам нужно. В фоновом режиме получили подарочные монеты. Из-за того, что потребление растет, потому что люди больше и больше покупают, а когда получают деньги,
снова их тратят, то уже тратят зарплату плюс полученные обратно деньги. Они опять же больше покупают курсы. Монет растет, потому что количество монет ограничено, а потребление растет. Это очень простая математика. Она работает только у электронных денег. Обычные деньги постоянно новые печатают, здесь этого нет. Автоматически меняются через 100 дней эти монеты на деньги и поступают на ваш счет. И так каждый месяц. Повторяю. Заработал, потратил, получил обратно. Вы богатеете на ежемесячную зарплату. Как это изменит вашу жизнь? Просто так, бесплатно. Спустя время вы можете менять место работы, место жительства, вообще род деятельности, можете начать заниматься творчеством, реализацией детей, с родителями помогать, путешествовать, какие-то свои идеи реализовывать. Все расходы делают через этот же каталог. Все будет там для этого, что нужно вам предоставлено. И вот так вы будете богатеть каждым месяцем. Допустим, у вас зарплата 20 тысяч рублей. Все, что нужно, купили нигде, попало через каталог. Получили деньги обратно. Второй месяц 20 тысяч рублей. Через каталог, третий месяц через каталог, понимаете? Вы будете постоянно богатеть с теми доходами, какие у вас есть. Без вообще ничего не нужно делать, только покупать через каталог, а не где попало. Это единственное условие, потому что только в каталоге есть подарочные монеты, только в каталоге они дорожают, и только в каталоге вам возвращают эти деньги автоматически. Еще раз говорю, никаких пирамидок, никаких партнерок, этого ничего нет. В основе совершенно другой принцип. Когда криптовалютой пользуется народ, она дорожает. Пример биткоин. Ну, вам то, что криптовалюта дорожает, ни холодно, ни жарко, вы заранее не затарились. И второе, там тот же принцип, потратил – ноль. Там никто нигде не дарит вам ничего. Никто не относится к вам по справедливости, как к партнеру. А должны. На вашем труде, на вашем потреблении развивается мировая экономика. Вы должны богатеть вместе с мировой экономикой. А сейчас так получается, что вы на той стороне, против народа, когда богатеют разного рода олигархи, а вы только глубже и глубже залезаете в долги. Это неправильно. Для того, чтобы это изменить, вот этот каталог с этими правилами и разработан. Это изобретение, как реализовать социальную справедливость. Больше не нужно беспокоиться, на что жить. Получая потраченные на ДПС деньги обратно, вы легко можете исполнить свои мечты. Отличное жилье, классные машины, путешествия, дачи, салоны красоты, ну все, что хотите. Кровь, чтобы взбурлила там, казино поиграть, делая ставки через каталог. Рискуйте, не рискуйте. Все, что угодно. Эта услуга совершенно бесплатная. И, конечно, я понимаю, что для вас вы ни хрена вот не можете поверить. Ну, можно проверить. Никто же не говорит, давай, начинай сыпь деньги, рискуй. Во-первых, с чем вы рискуете? Купил тут же, товар получил. Потому что это обычная покупка. Купил, получил товар. Купил, получил услугу. Заказал услугу, там вызвал сантехника, он вам все отремонтировал сначала. Потом выставил ваш счет, вам счет. Вы его оплатили. Все то же самое. Но проверить можно, начиная тупо с мобильной связи. Бросил себе на мобильник пару долларов, там, 120 рублей. Хотя бы так.